Лучезара. И шустренько. Лучезара, что тебе? Да, баф от темной магии, который Престовский, снимите. И у одного из паладинов, а паладинов у нас три, должна быть аура от тьмы. Ледяная, тьма и третья, которая кастерская. Вот. Этот Лучезара и шустренько, вы готовы? Шустренько. За конфеткой. Я понял. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Во, вот так надо сводить. Кайф. Получилось отлично. Трэш, 5 секунд, готовимся. Служилка. Помогите приверженцу, кто у Мишки. Только у них щиты, смотрите. Отражение нифига. Когда щиты сбиты, нужно. Трэш. Бьем трэш. Так, сейчас погоди, сейчас контроля выйдут. Залагал, что ли? Да, подлагал. Немножко подлагал. Джуни, вставай. Вставалку юзай. Овцо. Джуни, вставай. Вставалку юзай. Нету? Плохо. Шустренько резай его. О, босса перевели. Три моба бьем. Три моба все бьем. После них уже духи побежали. От духов бежим. Уже на поле он одет Мороза. Контроль своим даем. После контроля уже спокойно босса. Мы с под босса уходим, дух. Бам. Минус два хила. Джуни тело покинул почему-то. Бурлокос Димикса. От духов бежим. Димикс, резнишь симпотягу. Симпот, или как там. Забыл. Симпот. Дух звезда. Духи в звездочке. И там же трэш. Spirits. Духи возле леди, бежи. Моба потерял. Вот смотри, забери с меня. Напуливаем на вой. Бурлокос, ты тут? Ты в Дисе, нет? Алло. Да, в Дисе, он в Дисе. А-а-а. Прости, можно на пару слов? Да, терлогался, не видел. Только дай у тебя. Напуливаем на вода. Димикс, симпатягу резай. Симпатягу щиток все сразу. Если тиману, там собаку вы вызываете. Это ж печенька. В леди дух прям бегите. И дух тоже там же. И Элия, резай рогу. Сейчас после контроля уже. Хотя... Хотя нет, не надо уже. Не резай, не трать гар. Мишка упал. Кто у нас там? Кази, Гейна, Банай.
Есть это, Кази Гена Бене, у вас же есть Омен? Падаем. Казик есть, а Гена Банай. Выкл, включай Омен. И вытаскивайте на панель защитную стойку и вмешательство. Кидайте на тех, кто между и, ну, вперед танков по агро. Босс не таунтится. Чтобы людей не шотал, за ними не бегал. Таня, я в который раз уверяюсь, насколько больно ты ей бажишь. И кто там у нас хэпало в сколько штук? Целых две хэпало. Все две частицы на Мишку. Его нельзя потерять. Хилите что угодно, но на Мишке частицы. Как он сейчас помер. Интересно. Сейчас гляну. Может, я икую пару минут. Ну, просто мобы затыкали. 37 тысяч. Шок небес. Давление. От хули пристану, наверное. Частица. Ну, в общем, нет, не потеряйте Мишку. А, ну да. И там остальные хилы, кто два приста. Эрдрушник, смотрите за состоянием хп Мишки, это прям самое главное. Нас, потому что ДКшников он никак не убьет. Основная задача — это вот законтроленных людей не убить, отбежать от духа и не потерять Мишку. И все, босс очень простой. Так, кто у нас там за этот трой хлопнул? Не отбежали от духа и взорвали его. Гурлок. Я хлопнул. Шмель. Хирургия. Дед Мороз. Трибал и Казик. Ну, хирургия это где-то на выше было. Все промотаю. Я сам первого хлопнул. Я бил вот здесь мобов в кружке, и он просто развернулся, и он прям здесь вот был. То есть вот так вот шаг сделал буквально. Готовьтесь, бегите заранее, потому что вот как фаза начинается, ну, там секунд 15 по тусуйцам, бофф убиваете первых трех, и все, и духи идут каждые 10 секунд. 10 секунд прошло, духа вызывает. Иди, иди, хант. Давайте все пару минут кормем. Ну давай, перекур. Давай. Там уже троллят со Славу в Дисе. Что он такой спокойный. Да я смотрю, как твоя гильда высылается, то, что ты спокойный и еще никого нахуй не послал. Так а что я буду посылать? Я же вас не знаю. Было бы за что. Ну, пока что все в пределах разумного, люди не раздуплились, может. Правильно, а нас можно сразу хуями крыть. Хорошо, Костя, в следующий раз, как что-то происходит, сразу ГП ему. Я понял. Да, блин, я ДПС удалил. Остался какой-то а ДПС? Линкольн? Мне брать это... Делать макрош, чтобы круговую атаку забрасывать. О, вообще, будешь топом. Гену еще научу. Я просто ей убиваю, блядь. Ну, это сделай. Дело-дело, не лишний будет, типа... Не помню еще, правда. И гея не дай. Достаточно оружие снять. Я думаю, у него там не закидана панель. Все четыре панели обилками, как у меня на всех персах. Думаю, там хоть одно свободное окошечко найдется. Вот так кнопка прыгала. Там кто-то голосом Войдер лит, я понял. Или водить их только на воронка фарм, полутать 50 воронок и нас одеть. Я понял. Не мечтайте. Их воронка фарм, это их воронка фарм. Ты шкуру неубитого медведя уже делите, что ли? Не, это шутки. За 300? Какая шкура? Убитый медведь у нас, если что, вон сейчас помер. Он просто трэш запинал. Ну, Павел, так, а сколько мы курим, уважаемые? Ну я там 5 писал. 3 минуты осталось. А я не могу громко говорить, у меня ночь. Некрасиво будет.
Жена тут, дети недалеко, через комнату. Если еще три травили убьем, точно будут бичи. А чего вы там пишете вообще? Давайте заходите, может что поможет. Линканите ДПС с травом. Я написал, я могу с собой зайти, если надо. Вон там в рейде дважды кинул. Как у тебя за еще раз кинуть. Сейчас. Кто-то что-то говорил, очень сильно фонит, еще раз скажи. Так у тебя же фул рейд, если кто-то зайдет, кого-то кикать. Это мы сейчас поинтересуемся у людей. Ну, можно свичну челика, наверное. Вон, это... ты пойдешь ревист? Да, могу. Ну давай, вон, МВП Хантаса, Вадим. Чилить хочет. Не, я не хочу чилить, просто надо магу таланты менять. Это кринж полный. А. Не дамажит. Понял. Присоедините в гильдию, кто сейчас онлайн, то может зайти помочь. Давай. Так. Джуни. Это Джуни там где-то вообще внизу, да, был по ДПСу? Если я не ошибаюсь. Ну, Джуни 24 вроде. Давай вот его свечним. Ну, без всяких обид. Джуни, ты же не против, да, он сам написал. Вот, я возьму Рависта, возьму Кирсори. Это уже две тридцатки. Кирсори, у тебя что-то как ты в группе в какой-то состоишь. Да, было время. А будет место для лока? Какого? Констебля? Да. Этот самый, заходи, плюсуй. И кто там еще по ДПС? Что-то... Шоу, конфорблю. Кто там меньше всего дал? Вот Элия 3000. Вот если Димикса убрать совсем, или овердрув хорошего, и взять Лока. Давай вот так сделаем. Это план. Димикс, ты же не против? Передохнуть. Хотя бы на леди. А там посмотрим. Да, там поменяйте. Да, потому что босс важный. Он для нас как барьер, надо сыграть хорошо здесь. Мак у тебя какой? Свято заходи. Димикс. Если что, мы тебя вернем на корабли. Корабли вроде несложные. Это кто-то выйдет, я думаю, проблемы нет. 5, 4, 3, 2. Димикс. Значит. Выходи. Так, Джуни тоже выходи. И... О, Джуни, пойдем десятку обычку. Нам тут как раз Гера нужна. Констебль, ты зашел? Ну посмотрим там. Ну, Констебль, КТ, он написал. Это, ну, Хант, говорю, как давай, если что, на кораблях все равно я в пушке сижу, пусть Дэмикс вместо меня зайдет на корабли. Да, хорошо. Я ему могу на кораблях спокойно вступить, все равно я в пушке сижу. Какая разница, кто будет в пушке сидеть. Еще вопросик можно к Марику? Марик, вы сейчас в десяточку пойдете? В 10 Оня, я не успел договорить, там просто чисто Геру надо нажать, или у тебя КД? А? Не-не-не, я не дома. Матвей в отдельном дискорде. А, я сейчас домой приеду, да. Я же думал, что ж с вами сходить. Ну ладно. Я думал, вы вместе. Все, понял. Не-не-не-не. Перегорел? Этот самый Констебль, ты в Дисе вообще, нет? Да. Ты заходишь или что? Да, захожу. Че, кого еще свичнуть можно? Вы лучше своих людей знаете. Че там, кто еще по ДПС в самом низу был? Кто-кто? Надо кого-то свечить или так попробуем? О, столик. Ой, а мне надо как зачем? Прием. Кто-то хочет пойти почилить? Или так продолжим тратить? Ну-ка, Сэбль, жди тогда. Так. Рыбу ставили вроде, да? Вроде мы ели. Ладно, давай еще раз. Или кого-то нового суманули. Вот еще рыбу. Так, кто у нас там новый рвист? Элиу мы разгрузим. Давай переиграем. Рвист, луну контролишь.
шустренько также квадрат, Мурлокос также треугольники людей. Если что, я подстрахую, мне не трудно. Да, да, подстрахуешь, если сама будет в этом контроле. Ну и не забываем, на вторую фазу 2 хп на частички сразу перевешайте. Все 2 частички на мишку. ДКшников не убьет никак. Тем проверка. Дайте-ка с тобой, пожалуйста. Сейчас мы щелкнем эту дуру. Все готовы. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. И вот этого. Ой, каст ему кто-то сбить. Ага. Хорошо. Контроль 2 секунды. Ты не в сил, противец. Я пока не могу использовать эту способность. 3-4 секунды, готовимся. Казика, отбегите, а то шотнет вас. Вы видите в контроле вар? Не стойте так рядом с ним, не могу с одного удара положить кого-то. Фанатика добейте, пожалуйста. Моб стоит в кружке. Трэш. $400,000 на боссе. Я побежал к боссу. Босс перевелся. Контролим людей. Вышли 3 моба. Сначала их бьем. Скоро появятся духи. Духи появились. Дал мне зыбку, отбежали от духа. Все духи в звезде. Напуливаем все 3 на пола уже на Дед Мороза. Духи в кружке, отбегаем. Бежим от духов заранее. Буду говорить. Духи появились возле босса. Отбегаем. Милики, бежим, не стоим. Или... контролим. Ладно, не тратим БР, падаем. Так. Падайте, падайте. Может это пора СС раздавать? Уже раздавали. У кого там есть аддон Big Brother? По-моему, у меня есть, но он то ли он меня перестал показывать, то ли он как-то, я не знаю, перегружен, то ли что-то другое. Но пулы есть же, да? От двух рок и нет ханта. Spirits. И Казик. Я напулил Дед Мороза и получил по башке от босса. Я так и не понял, как это сработало. Я напуливал трэш в танка, который трэш. Ну, босса много бил. На трэш не побежал бить. На боссе агро набрал, получил по башке. Вот и все. Оман надо включить тебе. Этот, Казик, ты юзал вмешательство? Сейчас. Рыбу ставлю, сейчас релокнусь.
Ты юзал вмешательство сейчас, перед тем, как босс убил трех людей? Омен же у тебя включен. Сейчас я себе добавил. Сейчас еще в ДБМ добавил. Хотя, судя по моему ДБМу, мы не юзали вмешательство, не тот, ни другой. Все, что надо сделать, это посмотреть Омен, увидеть, что на первом месте какой-то ДД, допустим, условно, шустренькая, да? Выбрать ее на фрейме рейдов, рейда, нажать на нее, нажать вмешательство. Эта штука, это действие, ну, сделай так, что босс... Сальбу, уйдите, пожалуйста. Не будет убивать ДДшников. Босс не таунтится. На боссе агро набирается, и босс каждые 10 секунд стакает на танке минус 20% агро. Когда 5 стаков, агро минус 100%. Вот, чтобы на этом боссе не было проблем, надо напуливать на того танка, на ком 5 стаков только что слетели. Это, внимание, ханта и двух разбойников. У вас есть еще свое собственное агро. Агро у разбойников как скидывается? Ванишем, по-моему, да? У ханта притворится. Ну, смотрите, Омен. Если рогу убила, значит, ты набрал агро на боссе, и он тебя щелкнул после того, как я 0 агро стал набирать. Дед Мороз в это время не успел набрать агро. Можно вопрос? Я под наполом умер, я на него кинул на пол. Появились духи, я начал убегать и получил по башке. Это так примерно было. Вопрос, вопрос. Роги на второй фазе сидят на боссе и напуливают? Или как? Ну да. Просто я бегал, трэш помогал напуливать. Не, ну тоже можешь помогать, конечно. Одного роги, одного ханта хватит. Ну можешь сидеть на боссе. Может быть, это проблему исключит. Не знаю, какая ротация была у Дед Мороза. Но старайся, вот я когда иду, мы добиваем мобов, иду к боссу, и ты уже там вот их добили, идешь к боссу и все. Ты прилипаешь к боссу и фигачишь максимальный агронабор по нему. Но при этом надо смотреть, чтобы ты жопой не словил духа. Тебе адов не надо танчить, даешь оковы им и убегаешь. С первой фазы. Вот. Оковы даешь и убегаешь. Их добивают люди. И только потом, после того, как добьют, выходят три моба, босс двигается. Как их добьют, ты сразу бежишь к боссу. Там успеешь. Ротацию же как ты используешь? Три ЛПшки, две ЛПшки, кровотвод, ЛПшка, усиление и три ЛПшки. И все, и дальше фигачишь подход. Гурлок. Только тебя нет. Все, все готовы. Даю отчет. 5, 4, 3, 2. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Ты мне за стрима, наверное, добавляет. Сейчас придется вырубать. Че, обалдел? Приверженец объем, великий. Контролем. А что, РДД будут сшибать, нет? РДД в звезде, почему мобы живые? Вообще не понимаю. Не знаю, я походил один танк на... После этого трэша переводим босса. Внимание, приготовьтесь. Помогите. Помогите скелета убить, ну блин. Вот, на Дед Морозе убивайте быстрее моба. Контролем людей,
И расконтрольте. И фул по боссу. Фул по боссу. По боссу же быстрее по боссу. Шустренько, рез и беста. Хан третья пати. Переводим босса. Темное могущество, 36 тысяч просто. Элира, Элия, ресей рогу. Когда босс... Когда босс начинает двигаться, рога, тебе надо от него отойти. Или ты на пол не успел дать, или что? Это хлопок духа был под незыбкой. Дух в ромбике, бежим оттуда. Давай сразу быстрый сокру. А, ты в контроле. Да, Мороз, давай сокру, незыбку. Хан в подчинении, хан в подчинении. Спасибо за инфу. Моба убейте, последователя. Так. Милики, убейте его. Это, убейте, пожалуйста, моба. Подводи под моба леди, пожалуйста, чтобы было АОЕ. Вот видишь, моб стоит, надо убить. Все, отбегаем, дух бежит сюда. Отбегаем отсюда, милики. Танк тоже. На пулы. Через 2 секунды даем на войду. Литр пива, давай незыбку. Ой, этот, сокру. Как откатится. И все, по откату даем. Как откатилось, сразу даем. Сову. Миролит рвет. Вмешательство. Сова, спасибо тебе. Так, муравей с тресой. Симпатик. Забыл как. Приста, короче, хила. Симпатика. Быстрый сальву в равист. Идем кружку трэш бить. Тут трэш, его надо. Смотри, сколько лежит, получается. Пять человек. Хил. Падаем. Чтобы босса убить, надо сделать так, чтобы если сова в контроле, к примеру, она не расстреляла рейд. По-моему, сова несколько людей убила. Осознай бессмысленность своих действий. Spirits. Мне кажется, вот этот... А, жуке... А, это другой человек. Не жук, не разный, что ли? Так. Самолес, я думаю, не подходит. Но Амития 10 тысяч, совсем мало. Давай, констебль, заходи. Шамалес, это кто? С какой гильдии? Это я спавшего. А могу я слот отдать? Кто? Трайвел. Четвертая пати. Ну, ты 12 тысяч дает. Почему ты хочешь слот отдать? Ну, потому что у меня что-то FPS низкий. Устал? Мне кажется, ты придумал. Не придумал. Меня тяжело. Я когда от лужи появляется, у меня прям все в 10 FPS. Ну, у меня тоже. Хочешь, скажу, сколько у меня FPS? Вот ты так, наверное, года 3 играешь, а не прям очень плохо. 2 FPS. Тебе нельзя такие цифры называть, людям плохо станет. Сейчас подумаем, кто еще есть там на замену? Вот констебль. Я могу на рогу замериться. Кто? Там вроде лок на локу менять. Кто на рогу? Ну, это лок побольше. Тут лок побольше нас. Шамалис на рогу? Да. А сколько рога твой дает? Ну, побольше, чем лок, да? Не 9 тысяч? Больше, да, больше. Намного, да, больше? Пусть ну нормально, тебя... комбат одетый. Я говорю, замени меня. Кто ты? Липрикона. 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 Блин, если Липрикона ходит, то мне надо оставаться. Вы без демона будете. Ладно. Констебл демон. Там констебл есть. А, да? Этот самый. Кто говорит зайдет? Трибал тебя менять или прикона менять, да? Минус 2 лока сразу. Не, ну я могу остаться. Если, вам типа, уже поменяли слот, давайте я останусь. Давай, Шамулис, заходи на рогу. Трибал, ты демон, надеюсь? Посмотрим. Я демон, да. Посмотрим, все сколько рогов. Давай, заходи. Так, Витя, ты вроде? Кон, Шамулис. И кто там еще у нас? Амития мне не нравится, очень мало, 10 тысяч. Ну, по сравнению с другими миликами, там хоть что-то есть, 10 тысяч набил. Я, короче, в Доларан. Гена, 15 место, 12, еще как-то. А Митя куда ливнул? Сам ушел, да?
А Митя с какой гильдии? Овервайп. Овервайп. А у него ни танка, ни хила нету, да? Танк... Да, нет. Я драйвил ассиста, я сумоню этого шамалеса на роге. Драйв, дал ассиста. Спасибо. Так, кто-то может зайти? Так, я вот... рогу закинул. Так, рога это хорошо, лепрекон поменяли FPS. Так, кто может зайти сейчас? Нормальный заряженный челик. У нас есть кто-то? Один заряженный. Слот, один слот. Давай мы пуханты. Жуки бери, жуки. Жуки, я не знаю, как он играет. Он там говорит, не знает, какие критерии нужны для рейдов. Кто это вообще? С какой он гильдии? Он же где-то был, да, по-моему? Или в папшем, или в триаде. В триаде он был. И что-то... в триаде. И что-то там лутанул из-за воли и ливнул с гильдии, да? Жук, ты в Диси? Его прокинули с волей. Жук в Диси? Че, Юр, я тоже видишь никнейм такой, да? Заходи. Знакомый. МВП-хан, а где? Не, ничего. Зайди на демку у Войда. Если играешь еще, заходи. Вот. Там, короче, прожекты в сети. А, так я общался с ним. Че, как? Он на РТ не попадает, но у него все хорошо. Жук не в Диси, нет? А вон, возьми место на Митю прожекту. Нас же Милика убрали. А он шарит, да? Нормально все будет? Ну, он нормальный. 9000 не будет? Ну, у него заряженный мальчик. Это хорошо. Он на меня может пиздеть только. Ну, на тебя надо пиздеть, не надо тут расслабляться. Да, отстань. Паш, если на тебя не пиздеть, ты не работаешь. Так, ну, так-то ничего не поменялось по контролям. Что у нас там? Равис Луну контролит, Мурлокос треугольника и Шустренькая квадрат. Ну, смотрите, вот сейчас Сова была в контроле, или Равис, или Мурлокос, кто-то с них. Неприлично одетый и очень много дамажит. Вот если Сова в контроле, вот у нас сейчас есть констебл, трибал, есть Мирелиса, который может в леме сбить кастцеве. Это, я думаю, нетрудно, да, сделать. Можно кинуть какой-то стан, можно кинуть чарж варом, можно фир варом дать. Если три совы в контроле, я про это говорю. Вот насчет вара, фира, не знаю, они же берсу могут прожать, а в берсе эфир не воспринимается. Сова не прожимает берсу. Она регенерирована. Ладно. Так, ставлю рыбу. Хаваем. Чтобы фир был еще от престов, можно защиту от темной магии убрать. А мы ее убрали. Нет, не убрали. Ну не знаю, вот я теперь убрали. У меня нет. У вас паладин стоял. Снимает, знаю, мне. Я тут стоял сейчас этот. Паладинская аура. СС кому кидать? Паладинская аура должна стоять. СС кому кидать? СС, давай, трибал будешь по КД кидать. Ну и подумаем. Ну давай трибал по ЭЛИ кидай по КД, а констебль по КД кидай на шустренькую. 5 БРов, я думаю, это нам поможет. Давай, проверим. Чек. Роги с укостром стоять. Значит, блеф, давай с кружка побьешь, понапуливаешь. Либо на морозе. Хорошо. Так, все готовы, да, я что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Контроль 3 секунды. Луна, вот этот гиена, это вар, он может шотнуть с одной тычки, вас немножко отойдите от него, в лицо прям даст, вот я про это и говорю. Того, он что сам подбегает. Что сова контрольчик дает после первого вихря. Трэш секунду. Смотрим. Ну, с хирургией что-то сделайте в срочном порядке. Какой-то вот. Угу. Пойдет и вихрь. С проджектой печально получилось. Мод лес.
кинь какой-то. Добейте моба на нем. Ой, блядь. Равист дракона ресы, а бурлакос проджекту. Захилите. Бьем трэш. Каску лапу приставку меняем. Контролем. Казика не зашотайте. Минус казик. Или резай его. Фул по боссу переводим. Отойдите от босса сейчас, милики. Отойдите от босса, иначе шотнет. Отойдите от босса. Выходит три моба, вышло. Все бьем сначала их. Дед Мороз уже с тобой добираем. Там Мишка танчится. Мишку две частицы и не пройдите. Духи дал незыбку первую. Отбегаем от духов. С кружка летит под босса и с другой стороны тоже под босса летит. Наплыл на Дед Мороза. Шура, глыбу, копии. Что-то сделайте. Вот Дед Мороз, все, первый, красава. Незыбку дай сразу. Дай быстрее незыбку. Ой. Кто там? Уважаемый Мишка танк, резни, пожалуйста, ханта в третьей пати. Пока трэш не вышел. Через секунду выйдет, но ты кинь БР. Успел, нет? Ладно, тогда уже после трэша. Трэш звездочки. Внимание. Стаунтил на себя фанатика. Быстрее давай массакру. Ладно, поздно. А, второго духа хлопнули. Все равно давай массакру. Забери, пожалуйста, фанатика. Напуливаем на войда. Мишка, когда убьют трэш, резнешь ханта. Контролим людей, стопните АОЕ. Бежим от духа. Так. Мишка, отмена, резаешь литр пива. А, хорошо, падаем тогда. Падаем. Почти, почти, почти дошли до успеха. Еще немножко осталось. Такой вопрос не самый этот. А? Сколько тут духов появляется? Два или три? Ну, я как-то считал, 150 духов появляется. Если нет, после... за призыв духа. Два. Каждые 15 секунд. Каждые 10. Каждые 10. По два духа, да? Каждые 10 секунд по два духа, да. Они такие зеленые. Я тебя... думал, что вот у меня стоит да этот. Я просто третьего духа ищу каждый раз. Не-не-не, два. А тут их всего два. Было бы три, мне кажется, никто бы не пошел на сервере это. Там на одного духа надо 400 IQ. Если два духа, уже 800. А если три духа, 1200. Мне кажется, что у Эйнштейна... У меня просто давно не было здесь. Я вот ищу третьего духа, я никак не могу понять, почему я его не вижу. У Эйнштейна было 120, видишь? И чтобы от одного духа отбежать, это нужно, чтобы мозг был как у трех Эйнштейнов. Как, даже как у четырех. Вот это слава. Вот это я узнаю. Что ты узнаешь? Вот это пошло. IQ. Вот это вот потихонечку разминается. Да, он просыпается. Да. Ну, наоборот, засыпать надо. Ну, не стал, но ладно. Завтра надо к психологу, кстати, сходить. Да там по оружию. У него кошмары будут сниться. А, я думал, что это как его, чтобы не собирать 8 волонеров. 8 и 4. Я один уже собрал, еще 3 осталось. Там пойдешь собирать, понял? Нет, не понял. Чего вообще там сидите, подпишите? Давайте заходите помогать. КД отменишь, зайдем. Чего отменим? КД отменишь, зайдем. Так, ну рыба стоит, ешьте. Ну, давай еще раз поговорим, как мы будем тут играть. В общем, с духами вроде все понятно, с контролем. Давай, может быть, что-то не получается с контролем, может, у людей каких-то скиллов на панели нету. Ну, вот, например, ДКшник может контролить, как сделать может. Вот, например, ДКшник такой выбежал от босса на 20 метров, условный проджект, да, он сейчас у нас появился. Как ты можешь спасти рейд? Вот за контролем, вот, допустим, Гена Баная, да, а там под боссом крутят вихри и так далее. Ты его, хоп, грипнул, дал оковы, и ты его грипнул из-под босса, из-под ОВЕ. Локи может кинуть фир. Присты могут кинуть фир моментальный. Вот, хант может что там, глушащий, какую-то парашу там есть, которая стопает. Или ловушку кинуть человека. Хотя бы на секунду, но поможет. Слав, ты учитываешь, что у меня на локе моментальный фир, КД в 2 минуты. Я кидаю фир его, а я говорю про этот... страх, не про тот, который его ужас, а про страх. Ты страх кастуешь.
В любого. А. Дали по нему вихрь или нет, назначена сова или нет, ты кастуешь. Дал, если невосприимчивый чужой вихрь висит, выбираешь другого, даешь. И так играете. Не, я максимально... старался. Ребят, ребят, извиняюсь, что перебиваю за ханта. Гуржащего у меня нету, я БМ. Гуржащий в ММе. А эту ловушку, как она называется? Вот эту ледяную глыбу. Ты стреляющий, ты между да. Этого, этот самый, да, я да, понял, это замораживающий стрела, да. Ну что-нибудь, все, что возможно. Главное, как в ПВП сделать так, чтобы их не убить, и вас... Я в ПВП не играю. Поэтому... Ну, примерно как вот когда качаешься на 15 уровне, вот чтобы моб до тебя не дошел, не ударил, когда у тебя делается. Примерно вот так надо играть. Так, сейчас я разберусь, кто там. Мишка КД, Элия, Ревист, Мурлокоз. А у кого есть, получается? У Шустренькой. СС есть у вас? КД 8 минут. У Эли есть СС. Да, это хорошо. У Трибла тоже КД, да? Ну, короче, не, я кинул на эту на Эйлю. Шустренько у нас первый БР. Смотрите, надо постараться, чтобы мы не тратили БРы вообще на фазе до того, как босс не двигается. То есть, когда щит еще висит, чтобы мы, ну, с контролем очень внимательно. И когда босс начинает двигаться, там две вещи надо делать. Это контролить людей. Просто забивайте на ДПС, на босса, на все. Просто сделать, чтобы они вас не убили и их не убили, этих людей в контроле. Вот. И вторая вещь это отбегать от двух духов. Все, вся суета на этом боссе. А трэш, он как бы выходит, да, Мишка его берет, вы подбегаете, дали там два дождика, два фурика, три фурика подбежали, дали по вихрю, все, его нету. Все, что надо делать. Здесь, забудьте про ДПС, про то, что вы не убьете, здесь ДПС. И когда он в первый раз мы пришли на первый трай босса, был ДПС, чтобы убить этого босса. Все, что надо сделать, это не сдохнуть никому, и все. Максимум, ладно, одно тело, если помрет, мы добьем все равно. Обратите внимание на свою игру, очень внимательно. Если мы этого босса не пройдем, это барьер, и мы разойдемся просто. Будем искать других людей, ходить в обычку, наверное, будем. Чтобы давать 30 тысяч, чтобы зербить этого босса, наверное. Не знаю. Контролем. Вот сова, вот ровист. Ага. Вот и вихрь подлетел. Опа. Захилить. Я кастану. Христа захилить. Захилить. Он не захилится в духе в Англии. Это холик, это дух. А, это дух. Этот самый. Шустренько резко его сейчас он умрет. Гинер ему закинь еще сразу. Закинул. Гинна Бена, я не удивлюсь, если там рассекающий был. Теневой колонн. Это очень плохо. Ну, как по ощущениям, вроде от этого он. Она сейчас пока трэш не вышел, я даже чекну. Да, теневой колонн. Уважаемый Гинна Бена, не вставай, пожалуйста, перед лицом фанатиков. Я их отворачиваю от кружка в сторону вот третьего, в сторону луны. Отворачиваю. Ты подбежал под лицо и два колонна словил и сдох. Надеюсь, это понятно. Дом в трэш вышел. Босса. Контролем. Сейчас босса будут переводить. Они даже не стопают, смотрят, что... Трэш. Повернитесь, бейте трэш. Захильте людей. И вот эти три мобана отбьем. Духи, бежим. Бежим от духа. Так, у кого там откатился? У Элии, да? Кирсория, если. Так, у меня еще... Сейчас после духов, как они долетят, новые будут появляться, лисишь. Ай. Ай-яй. Ну, ты стопни, Равис, не бей, главное, босса. В мишку превратись. Вот, все, ты кашляет за мной.
Бежим. Два духа возле леди. Один. Почему вот здесь веди его, уважаемый Дед Мороз, пожалуйста, к трэшу, чтобы билики тоже могли чаржиться, делать вот эти все дела свои. Смотрите, духи бегут с двух сторон к леди. И ставите их. Давай, незыбку быстрый. Ну, это массакру. Ну, ладно, массакру после этой незыбки. Паладина попросил незыбку. Так, 6 ДД лежит. Отлично. Массакра за дома. Кружок идем? Кого поднимать? Сейчас подумаем. Значит, Эли, Ресса и Кирсори. Бьем 3 моба в кружке. Мобов надо бить в приоритете. Не так, что вы босса бьете. Вы не надейтесь ни на что хорошее, если вы трэш не будете бить. Отбегаем от леди. Там дух бежит в центр. Под леди дух бежим. Все, забрал босса. Жалко, мороза нет у микрофона. Когда на морозе спадут 5 стаков, вот эти, которые на босса настакал, у него напуливать начнете. Звездочки трэш бьем и увешим. Шанс есть, если никто вообще не помрет ни разу сейчас. Духи 2 возле леди, бежим, милики. Рассыпнуем. Бежим, бежим. Хан в подчинении. Законтрольте меня. Духи, бежим. В ромбике дух. Смотрите. Сейчас в кружке будет трэш появляться в ту сторону, потихоньку идем. Дух в центре. Отходим от него. И со звездочки бежит. Дед Мороза пулим. Так, два БР есть. Ушус? Нет. Так. Этого мишку не уроните. Как откадешилась незыбка, давай. Трэш убейте. Великий приверженец вот тут, да? Контроль меня. Круто. 67 тысяч это кто ударил? Это ты меня ударил так? Да, я просил контроль. Мишка Ресой Войда. А Бурлакос Ресой пятой пати Хила. Самое печальное, что надо будет с нуля набирать агро. Все напулы на Войда даем. И Казик, и... А, Казик мертвый. Кирсори, работай вмешательством. Вот маг глыбу нажми, копии или что-то, что есть у тебя. Хан в подчинении. Блять. Спасибо, Андрей. До берсы еще 4 минуты, так что... Даже сейчас вполне реально, но если прям никто не умрет. Вот уже Мишка танк умер. Уже теперь шансов нету. Все, теперь падать можно. Круто, это уже большой прогресс. Смотри, 38% убили. Осталось точнее. Это прям, я не знаю. Очень круто. У меня такой прогресс был через неделю, только траев. Да. Шутка, конечно. Так, давай посмотрим, что там поменялось. Шустренько. Лежала фуку, где належал. А, печально. Ты макро сделал, да, Казик? Вот эту отмену круговой. А он, кстати, тоже. Круговая, это же фурки. Или в РБС. Я банально не успеваю. Я в трэш долблю и не успеваю его прожать. Он просто ловит последнюю секунду. Я ты его отменять начал. И нихуя не спасает чуваков. Заходим. Там сделали так, что типа у тебя идет с двух рук сразу, типа круговая атака. Типа пухи у тебя снимаются вообще? В смысле снимаются? Ну пухи можно снять. Ну я могу снимать, но... Ты можешь снимать, ты их до этого не снимал? В контроле или что? До контроля. Ну ДБМ дает метку. Да забей на ДБМ. Ты пухи можешь снимать, говоришь, ты до этого не снимал?
Они у меня снимаются автоматически, что я хочу говорить. Ну вот. Это круговая, она получается как бьет, даже если пухи сняты много, типа, поскольку она там бьет. Да нормально бьет. Разве? Вообще не должна бить, по сути. По цифрам, то, что она написана, на D4 кого-то не должна бить. Ну, он, наверное, только в подчинении пухи снимается у него, а когда у него, типа, рядом кто-то в подчинении, то он ебашит просто. А, ну так-то да. Ну, чтобы... Там же, знаешь, не 20 метров, да, вокруг тебя? Он же там метров 6, наверное, да? Или 3, или, не знаю, 4, 5. Чтобы не убить людей, да? Ты можешь просто отбежать оттуда. Правильно я думаю? Просто два прыжка сделать в сторону. В любую. После 10 секунд добьются и мобы добьются, и босс добьется. Надо, чтобы людей не убивало. По-другому тут никак. Хоть 500 тысяч ДПС у рейда. Если так играть, то будет лайп, лайп на лайпе. Помните игру Mortal Kombat? Придумал новое слово. Есть фаталити, бруталити, а я придумал печалити. Это когда, ну, рейд не может убить леди. Печалити. Типа печаль. Блядь. Проверка. Надо сегодня хотя бы ебануть бабу эту.